24 декабря в хуторе Стефановском прошло торжественное открытие обновленной парковой зоны. Это стало возможным благодаря работе ТОС номер один «Хуторок». На месте бывшего пустыря силами местных жителей установлены мемориальные плиты, памятник хуторянам, фронтовикам и герою Советского Союза Семену Григорьевичу Соболю. Также сделаны пешеходные дорожки, освещение и декоративные световые звезды. Мероприятие посетил глава Северского района Адам Джарим. Это событие проходит в юбилейный 75-летний год Великой Победы и станет еще одним напоминанием о бессмертном героизме, о силе духа всего старшего поколения, о бесчисленных жертвах и невосполнимых потерях, о том, что победа 1945 года стала достоянием всего народа нашей великой страны. Деньги на благоустройство парковой зоны получены за счет инициативного бюджетирования и краевой программы. Все самое последнее ради нашей победы. Я благодарна жителям, всем буквально, которые приходят сюда, отрываются от своего времени, понимая, что это я делаю не для себя. Они делают это для себя сами. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо всем. В честь погибших в Великой Отечественной войне глава муниципалитета и глава Львовского сельского поселения возложили цветы к братской могиле.